Угроза подтопления в Кунгуре миновала, поэтому в преддверии майских праздников администрация города запланировала генеральную уборку на его улицах. Ведь мусора весной всегда было хоть отбавляй, а с высоким паводком проблем лишь прибавилось. Только по берегам городских рек сейчас можно собрать не один десяток грузовиков хлама. Прибраться возле своего дома честь каждого кунгурика. И хотя всем известно, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорит, субботник все же необходим кунгуру. О грядущей традиционной уборке города мы поговорим завтра с первым заместителем главы города и заместителем главы города в сфере ЖКХ – Василием Толстым.